Темп работ необходимо ускорить. Такую задачу поставил премьер-министр Чувашии перед строителями Центра развития маунтинбайка. Как возводится спортивный объект, проверил Иван Моторин и остался недоволен увиденным. Подробности в следующем материале. Эти кадры были сняты в ноябре прошлого года. К тому моменту подрядчики завершили кровлю и прокладку инженерных сетей. Уже тогда они отставали от намеченного графика. На объекте забуксовали отделочные работы. Строители ждали подачи тепла. Но и спустя полгода отделочные работы не завершены. Председатель кабинета министров приезжал сюда и 2 недели назад. Вывод Ивана Моторина – работа идет тяжело. Со стороны республики делаются все, я считаю, комфортные условия для работы. Полностью в бюджете предусмотрены средства. Решены вопросы с городской администрацией по подключениям. Решены вопросы газоснабжения, инженерной инфраструктуры. Все зависит от подрядчика. Сейчас отделочные работы остались дополнительно. То, что осталось. Двери допоставить, плюс этот бассейн, там немножко работы еще есть. Плюс вот по оборудованию батутный зал, художественной гимнастики, спортзал, вот покрытие поселить надо. Ну и по благоустройству в течение 2 недель вот там полностью завершить надо. Обязательство сдать объект в срок с подрядчиков никто не снимает. Центр развития маунтинбайка должен открыться ко дню республики. Дмитрий Ковалев и Константин Козлов. Республика.